один пришлют да посадят. Подумайте о ребенке. Мы знаем, где детский садик. Хотите, чтобы расторгли ваш договор аренды, чтобы обнулились продажи ваших брендов. Подумайте, что к вам придут и отнимут бизнес. Прикиньте, что вы можете сами внезапно сказать постижно, но это совсем-совсем не угрозы. А вдруг по вам пройдет государство бульдозер? Это совсем не акт устрашения, просто мотивация правильная, покорного, послушного, безмолвного поведения. Государство — это я, государство — это мы, государство — это мы, государство — это не ты. Хотите, чтобы вас закрыли по пожарной безопасности? Хотите появления ребят или санэпидемстанции? Хотите ли повесточки на беседу из налоговой, чтобы разбежали спонсоры от вас в разные стороны? Но это совсем не угрозы. А вдруг мало пройдет от государства бульдозер? Это совсем не акт устрашения, просто мотивация правильного, разумного, покорного и безмолвного поведения. Государство — это я, государство — это мы, государство — это мы. Государство — это не ты. Безмолвного поведения.
Государство – это я. Государство – это мы. Государство – это мы. Государство – это не ты.